На сегодняшний день можно сказать, что человечество перешагнуло полувековой рубеж с начала эксплуатации космических станций со времени полета первого человека в космос. За это время достаточно хорошо освоено околоземное пространство. Уже на сегодняшний день, опять же, в космосе побывало более 500 космонавтов и астронавтов, около 540. Российских космонавтов уже около 120 космонавтов было в космосе, в том числе на Международной космической станции. Вот. И представители 35 стран были уже на орбите нашей планеты. Вершиной достижения человечества в пилотируемой космонавтике, конечно же, стала это Международная космическая станция, проект Международной космической станции. Процент использования Международной космической станции в пилотируемой космонавтике уже приближается к 90%. Станция МКС включает в себя опыт международный и лучшие достижения всех предшествующих станций и космических кораблей, и программ в том числе. И этот опыт наглядно подтверждает, что во имя прогресса, во имя достижения новых технологий все нации объединяются и серьезно работают в области изучения космоса. Сегодня можно смело утверждать, что пилотируемая космонавтика уже добилась огромных успехов, можно так сказать, да, имеет полное право на дальнейшее развитие, дальнейшее существование. Мы умеем создавать высокоточные пилотируемые аппараты, комплексы, на которых постоянно работают космонавты, экипажи. Космонавты освоены технологии по сборке, установке и эксплуатации различных систем и агрегатов как внутри станции, так и на поверхности станции. Выполнены первые полеты за пределы земной орбиты. Выполняются крупномасштабные научные исследования, международные научные исследования. И обеспечивается, наконец-то, ну как наконец-то, в процессе эксплуатации станций, как советских, так и международной станции, есть опыт и наработки по полетам непрофессиональных космонавтов или туристов. Особым достижением космической пилотируемой программы стал совместные полеты различных стран. Значит, примером тому была первая программа «Союз Аполло». Как вы помните, в 1975 году, насколько я помню, была стыковка двух космических кораблей «Аполло» американского корабля и «Союза» российского, и четыре человека, два представителя Америки, два представителя Советского Союза провели некоторое время на борту в течение этого совместного полета. Вот. На сегодняшний день на борту Международной космической станции находится постоянно 6 человек, которые ведут совместную научную работу, огромную обширную работу на борту станции. Экипажи проводят различные научные эксперименты, исследования в различных областях. Это и геофизика, и микробиология, и медицина, и изучение роста биокристаллов, изучение, значит, изменений свойств различных материалов под действием микрогравитации на борту Международной космической станции. Изучение атмосферы Земли, изучение поверхности океанов, морей, водных поверхностей, изучение таяния ледников, также исследование способов работ с рыболовными флотами, с рыболовным флотом в поиске и нахождении сосредоточения рыбы в океанах. Вот, и различные другие. Ну, помимо научных экспериментов на борту Международной космической станции, мы также, как и все остальные люди, имеем свободное время, поэтому совместное проведение этого времени помогает нам поддерживать
нормальный рабочий дух на станции и хорошие взаимоотношения. Вот. Как я уже сказал, представители 35 стран были на станциях, посетили станции, 35 представителей космонавтов и астронавтов. Вот. И сейчас также экипаж многонационален. Когда я летал, первый полет, у меня были представители Европы, были представители Японии, Канады, Америки, России и так далее. И этот список можно продолжать. Вот. Также можно отметить достижение Международной космической станции, высокую степень замкнутости регенерации системы обеспечения жизнедеятельности по кислороду и воде. Она приближается к 90%. Хотя всего 12-15 лет назад этот показатель был равен 55%. То есть мы говорим о том, что технологии развития систем на борту станции гораздо выше, чем нежели на предыдущих первых сериях этих орбитальных станций. Здоровье, психологический настрой на работу и хороший жизненный тонус – это обязательные условия успешного выполнения программы полета. Поэтому у нас есть все для того, чтобы поддержать это состояние на борту Международной космической станции. У нас есть интернет, у нас есть видео, очень много, большая коллекция, архив различных фильмов, художественной литературы, научной литературы. Вот. Мы имеем возможность общаться с людьми, которые на Земле нас ждут, по IP-фонии, используя спутники или трансляторы. Вот. Можем проверять свою электронную почту, отсылать фотографии различного качества на Землю. Это все нам сейчас позволяет современные технологии, которые вовлечены в пилотируемую программу на борту станции. Ну, как я уже сказал, пользуясь современными технологиями и связью, мы можем с семьями встречаться в эфире, отмечать вместе совместные праздники, проводить. То есть мы накрываем стол у себя на станции, они накрывают стол в центре управления полета или у себя дома. Вот. И посредством наших современных компьютеров мы можем как бы вместе онлайн организовывать различные мероприятия. Даже поем песни вместе. Вот. Несмотря на то, что есть небольшая задержка от 3 до 7 секунд, пока сигнал идет со станции на спутник, потом он идет в центр управления полета, потом в Америку, потом он передается через спутники в Россию, и когда это все доходит, сигнал звуковой до семьи, идет небольшая задержка. Ну, мы к этому привыкаем быстро, и поэтому это нормально. Вот. Ну, вот на этом слайде можно увидеть, что мы тоже имеем на борту станции различные музыкальные инструменты, которые нам позволяют весело проводить свободное время. И особенно вечером после ужина мы поем вместе песни, сочиняем песни, шутим, смотрим фильмы. Большой объем выполнения российской научной программы также выполнен на борту Международной космической станции, в частности на российском сегменте, в процессе эксплуатации МКС. Не буду на этом останавливаться, потому что об этом можно говорить очень долго. Вот. Я уже сказал, что это различные сферы науки задействованы на борту станции. Мой любимый эксперимент – растения. Дело в том, что на Земле мы привыкли к тому, что нас окружает богатая флора. Мы можем прийти в любой магазин, купить тот или иной продукт, то или иное растение, или, скажем, салаты, овощи, фрукты. Вот. Поэтому, когда мы будем лететь на другие планеты, у нас не будет средств, источников получения свежих продуктов. Мы обязаны будем просто выращивать эти продукты на борту космического корабля. Сами выращивать, сами есть, чтобы они были натуральные, вот, не такие, как здесь на Земле бывает. Вот, поэтому мы будем выращивать свои продукты. И эту технологию мы отрабатываем на борту Международной космической станции. А также мы уже начали это отрабатывать, еще космонавтика помнит из истории, что это всегда выполнялось на всех станциях. Отработка вот этого эксперимента по выращиванию различных культур, в том числе и злаковых. Вот в моем первом полете я выращивал салат. Очень красивые, да, он листы. Не знаю, как зеленый кустик показался очень красивым. Вот на слайде вы можете увидеть, что очень здорово смотрится. Но потом, в принципе, нам запрещено было его пробовать.
Но когда я уже собрал результаты, уложил его в пакет, я все-таки решил попробовать и откусил кусочек. Мне что-то не очень понравилось, правду скажу. Может быть, я просто отвык от настоящей земной еды, но тем не менее, моя задача была это вырастить, упаковать в вакуум, заизолировать и дальше положить на хранение в холодильную установку, которая у нас на борту имеется, и температура в ней около минус 90 градусов. Вот. До того момента, пока я бы не спустился на землю. И когда я спускался на землю, я взял этот результат эксперимента, эту капусту или салат так называемый, и спустил на землю. И уже ученые в дальнейшем изучали состав, как поменялось свойства этого растения, как поменялись свойства этого салата в космосе. Вот. Очень много выполнено работ снаружи. Насколько вы понимаете, что мы выполняем работу не только внутри станции, но и также научную работу, но и снаружи станции. Мы размещаем различные научные эксперименты, агрегаты в чистом вакууме. В чистом вакууме. Вот я сейчас вспоминаю один момент, это когда мы размещали такой биоцилиндр большой, такой мощный, из стальной, он, да, из металла сделан, крепкий очень, мы его размещали снаружи. Потом через некоторое время его возвращали в станцию и спускали на землю. Что там внутри находилось? А внутри находились микроорганизмы, бактерии, субстанции различные, вот, которые, ну, являются пагубными на земле. И мы хотели посмотреть, то есть ученые хотели посмотреть, что может быть с этими бактериями в чистом, открытом космосе, в невесомости и, может быть, под действием космической радиации, космических различных излучений. Ну что, бактерии быстро адаптировались, и год они жили в вакууме и начали размножаться, что самое интересное и печально может быть, что они даже живут там в невесомости под действием различных космических факторов. Вот. Ученые до сих пор изучают, как это с ними бороться, куда их деть, как их отравить, чтобы они не продолжали свое существование у нас здесь в природе. Так вот, возвращаясь к космическим полетам. Для примера, такие работы на поверхности станции, на станции МИР, нашей крайне советской, самой длительной станции, было выполнено 378 выходов в открытый космос по научной программе, в том числе по ремонтным задачам, ремонт, восстановление агрегатов снаружи. 357 часов космонавты провели в космосе. На МКС, опять же на российском сегменте, российской части МКС, российские космонавты вы сделали 35 выходов и провели 173 часа. В отличие от наших партнеров на американском сегменте и у наших партнеров было выполнено на МКС 98 выходов по сравнению с российскими 35 выходами. И общей продолжительностью выхода работы снаружи у астронавтов партнеров 660 часов, у нас 173, как я уже сказал. То есть гораздо больше, несколько раз они работали снаружи. Ну, к примеру, китайские тайконавты уже отработали 21 минуту в открытом космосе на станции Шаньчжоу-7. Отработаны уже технологии обслуживания и ремонта в космосе, в открытом космосе. Несколько десятков лет назад даже у нас российская космонавтка выполнила сварку в открытом космосе. Успешно получилось у нее проложить шов сварной, то есть мы готовы уже ремонтировать снаружи. Ну, если возможно такое, что метеорит большой пробьет станцию, то мы можем его заделать и снаружи, используя различные материалы и технологии сварки. В процессе полета у нас есть очень богатый арсенал фото- и видеотехники, аппаратура, самая последняя, которая позволяет выполнять визуально-инструментальные исследования Земли с борта ISS. Вот. Вот на этом слайде можно видеть, какие мы получаем рисунки, какого качества фотографии, какого качества изображения Эльбрус, водопад Виктория, горы Гималая и пирамиды в Египте тоже вот можем наблюдать хорошо. Опять же, единственной помехой для визуального исследования Земли является облачность. Если облачность большая, больше 50%, то считается, что качество исследования не очень
как бы позволяет выявить полностью какой-нибудь объект. На сегодняшний день у нас на станции находится около 3 роботов-помощников, которые нам помогают выполнять работы снаружи по дооснащению станции. Ну, к примеру, большая часть американских модулей была пристыкована к станции за счет использования руки манипулятора. Все астронавты, в том числе и я в свое время, 10 лет назад, проходил полный курс обучения в Канаде по использованию, как оператор и специалист использования руки манипулятора канадского агентства, для того, чтобы тоже выполнять такие же работы. К сожалению, мне не пришлось работать, но тем не менее у меня есть такая специальность, я могу работать вот этим манипулятором по дооснащению станции. В перспективе ожидаем манипулятор европейского агентства, ИЭРА называется, робот-манипулятор, который мы разместим на российском сегменте. Он нам тоже будет помогать выставлять какие-то научные образцы снаружи и помогать астронавтам. На сегодняшний день рука очень сильно используется на борту. Как я сказал уже, по дооснащению станции новые модули прилетают, рукой захватывается и пристыковывается. И второе, это космонавт. Астронавт может сесть на руку, и оператор внутри станции может управлять. Станция большая, как футбольное поле, поэтому рука позволяет космонавта в кратчайший срок перенести с одного объекта на другой, с одной рабочей зоны на другую. Роботы-помощники. Есть пару уже, у нас два таких андроида. Робонавт 2 на МКС, это на американском сегменте, и Android SAR-400 России, которые в процессе изучения. Мы смотрим, как можно их привлечь к работам, надеемся на то, что их можно использовать в некоторых работах, где космонавтам не обязательно присутствует, или, например, опасное присутствие. Поэтому мы будем в дальнейшем использовать этих роботов-андроидов. Японская сторона тоже идет в этом направлении по развитию или испытанию интеллектуальных роботов, которые в дальнейшем пригодятся нам на Международной космической станции. На этом слайде мы видим сценарий освоения космоса в ближайшем будущем, в ближайшем и в далеком. Краткосрочные перспективы и долгосрочные. О чем я уже говорил, заканчиваем полеты на МКС, отработку полностью на 100% Международной космической станции. Дальше мы переносимся на Луну, перелетаем туда, ставим там базу, которая нам обеспечит уже старт к другой планете, например, к Марсу или к астероиду, для изучения материалов поверхности и вообще возможности обитания человека на этих планетах. Есть проекты перспективных транспортных кораблей. Сейчас мы используем «Союз». В дальнейшем, уже в хорошем таком развитии, у нас ПТК-НП корабль, который размещать будет внутри побольше пространства, внутри будет размещать от 4 до 6 человек. Также будет это новый перспективный корабль. Есть пару проектов, но они еще сырые, поэтому можно о них сейчас не говорить, просто как могу назвать, это проект МАКС, НПО «Молния», и проект ПКК НП на базе ТК-ОС «Алмаз». Это старая станция алмазовская, была давно-давно забытая. Сейчас, опять же, думает о том, чтобы ее возобновить. Пилотируемые транспортные корабли США. Как вы знаете, что шаттл прекратил свою программу. И сейчас к нам уже летают пару коммерческих кораблей. Ко мне во втором полете пристыковывались такие, как привозили грузы. Это Dragon SpaceX и Cygnus, который прилетал к нам, но сделал облет вокруг станции, уходил на землю, не пристыковывался. А вот Dragon уже мы принимали, разгружали его, и он от нас благополучно стыковался и улетел на землю. Есть New Shepard, Blue Origin, компания, которая готовит тоже космический корабль, Dream Chaser, и другие. Китайцы хорошо развиваются в этом направлении, станция своя у них, также думает о перспективном развитии космоса, это полеты к другим планетам. Программа Ирана развивается сейчас, они используют в качестве космонавтов обезьян, которые позволяют им исследовать тоже
делать свои научные исследования в этой области. Ну, в принципе, и все. Хотел еще сказать, что уже за время использования МКС на борту побывало 10 непрофессиональных космонавтов. То есть мы научились уже быстро готовить и направлять в космос для выполнения своих кратковременных научных программ непрофессиональных космонавтов. У нас это хорошо получается. Надеюсь, что в ближайшее время, где-то в 2016 году, мы планируем запустить очередного космонавта непрофессионального. Это Сара Брайтман, английская певица. Вот. Кстати, здесь в Болгарии она тоже выступала, по-моему, в этом году. Вот. Хочу заметить, что один астронавт, непрофессиональный космонавт, слетал дважды. Ему очень понравилось. И вот единственный такой рекордсмен, он два раза был в космосе, Чарльз Симони. Вот. А так вот 10 непрофессиональных космонавтов было в космосе на борту Международной космической станции. И все счастливы, всем понравилось, все выполнили свою научную программу. Ну, в принципе, и все, что я хотел сказать. Если будут вопросы, задавайте.